Слава Ісусу Христу! Хотів би сьогодні з вами прочесть і прозмишляти над отривком, який знаходиться в Первой книге Царств, 3 глава. Первая книга Царств, 3 глава, первые, я думаю, 11 стихов. Первая Царств, 3 глава, первые 11 стихов. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко, в те дни видения были нечасты. И было в то время, когда Илия лежал на своем месте, глаза же его начали свежаться, и он не мог видеть, светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илии вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илии и сказал: «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал и возвал. Как в тот и другой раз Самуил, и сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб твой. И сказал Господь Самуилу: вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. Минимум два урока здесь можно вынести для каждого из нас, для себя из этой истории. Ну, во-первых, конечно, мы должны помнить с вами, что в любом возрасте, в котором мы с вами бы не находились, всегда будет кто-то старше нас. Вот будет нам, было нам 15 лет, нас окружало много людей старше нас. Будет нам 25, кому-то из вас лет. Все равно будут люди старше вас. Кому-то сейчас 40 лет, все равно есть люди старше вас. То есть мы всегда с вами будем в состоянии, когда мы будем в глазах кого-то младше. Точно так и в церкви. Мы никогда с вами не достигнем в церкви такого уровня, чтобы сказать, что все, мне никто не нужен старше меня, и вообще никого нет старше меня в церкви. Кто такой отрок? Отрок — это подросток по-нашему. Это тот, кто стоит только у начала своего пути. И по примеру Самуила, отрока Самуила, мы видим с вами, что он был послушным. И три раза он приходил к Илию. Мне кажется, для подростка три раза — это уже очень много. Приходить туда, где он не слышит никакого ответа, и где, ну, над ним издеваются, шутят. Знаете, такую игру играют. Эй, ты оборачиваешься, все, никто не смотрит на тебя, никто не видит тебя. Я думаю, может быть, кто-то из нас когда-то играл в такую игру. Да? Позвал, и потом раз смотришь, как будто ты не звал этого человека. Так вот, для отрока, я думаю, один раз, может быть, он даст вам поблажку на то, что вы ошиблись. Но второй, третий раз прийти — это означает послушание. Послушание кому? Прежде всего Илию, прежде всего человеку. Кому еще ему нужно было идти, отроку? Кого он еще знал вокруг себя? Тем более мы знаем с вами, описано в первом стихе, не случайно, что слово было редко тогда, что в основном знания тогда получали из уст священников. В основном могли передавать какую-то очень важную информацию именно священники, люди, которые знали Священное Писание. Поэтому он был послушен, и он жил в таких рамках, что если меня зовет человек, я должен ему послушным быть. Я должен приходить во второй раз, в третий раз, в четвертый, в десятый раз. Может быть, не понимая до конца, но приходить. Нам часто не хватает этого в нашей жизни. И в физической жизни не хватает послушания старших, и в духовной жизни не хватает послушания. Мы, когда слышим какой-то голос, слышим какую-то информацию, которая к нам приходит, куда мы идем? Ну и кто-то роется в себе, кто-то еще выходит в чистое поле, что-то кричит. Не чтобы подойти к старшим и спросить у них совета, к учителям церкви подойти, к проповедникам церкви подойти. Второй урок, который можно вынести из этой истории. Когда
Илья понял, что Господь зовет Самуила, и он рассказал об этом Самуилу. И когда в четвертый раз Бог звал Самуила, Самуил в четвертый раз уже не пошел к Илии. Он не пошел к Илии и уже с Ильей не стоял. Господи, вот я. Илья ему уже был не нужен. Все, он был уже в своей комнате один. И уже один на один общался с Господом. Наступил момент в его жизни, когда он начал принимать самостоятельные решения. И начал самостоятельно служить. Это тоже наша духовная жизнь. Мы все с вами доходим до момента в своей жизни, когда начинаем брать на себя ответственность. Когда уже не будет рядом учителя в церкви, когда не будет рядом проповедника церкви, когда не будет рядом старшего церкви, и начнется мое собственное служение, самостоятельное, лучше сказать, служение в Господнем Царстве. И здесь буду только я и Бог. Все. Или я меня направил, или я меня научил. Теперь началась моя перевернулась моя новая страница. Сейчас мы все с вами учимся. Мы продолжаем учиться у вас. Мы продолжаем учиться, как же сложнее писать тесты. Мы продолжаем учиться, как же лучше вам объяснять, чтобы вам было понятнее. Мы у вас учимся очень многому, поверьте, учителя. Но вы учитесь тоже у нас. И особенно в вашем случае наступит такой момент, когда вы выйдете за стены этого заведения, и когда уже Бог будет говорить вам, и рядом учителей не будет, тогда ваша ответственность будет уже на вас. Вы возьмете на себя ответственность и скажете: вот я Господь. И посмотрите, что говорит Бог Самуилу. Я через тебя такую вещь скажу. Я через тебя, не сразу, потому что это он говорил еще отроку. Ему нужно было еще возрастать, ему еще нужно было учиться. Но он сказал: я через тебя такое скажу, что у людей зазвенит в ушах. Интересное выражение, зазвенит в ушах. Когда нам звенит в ушах? Когда у кого-то звенит в ушах, от давления большого у кого-то звенит в ушах. Кому-то подзатыльник дали, сразу зазвенит в ушах. Если что-то громкое, кто-то крикнул, сказал, там, вот возопил, тоже зазвенело в ушах. Что-то, нечто необычное. Кому он обещает эту весть? Он обещает Самуилу, который был послушен. Вот Боже, очень важная параллель, очень важная вот эта цепь, чтобы она у вас замкнулась. Послушание, и тогда будет сильная весть. Брыкливому, вредному пророку, если еще его можно будет с натяжкой назвать пророку, никакой вести не будет дано, о которой будет звенеть в ушах. Непослушному, гордому, себялюбому, зазнайте, никогда не будет дана весть, которая будет звенеть в ушах у всего народа, которую будут слышать многие люди. Давайте будем это учиться у Самуила. Давайте будем учиться, простите за каламбур, учиться друг у друга, чтобы потом в свое время взять ответственность от Господа прямую на себя, и чтобы от наших проповедей, от наших служений, от этого мира, наконец, зазвенело в ушах. Пусть Бог вас благословит.